Соотечественник, твоя власть тебя любит. Твоя власть относится к тебе с уважением. Твоя власть не считает тебя быдлом, животным, которому место в стойле. Потому что произошла революция достоинства. Потому что ты теперь достоин уважения. Более того, власть тебя очень сильно боится. Ты же веришь в это? Ну, иначе президент Порошенко не ужесточал бы наказание за подкуп избирателей. Теперь будут в тюрьме сидеть, в темной, те, кто только попытаются подкупить тебя какой-нибудь гречкой, макаронами. Ты же не животное, ты же не козел какой-то, правильно? Только что принесли помощь от Дениса Григорьева. Это блог от Петра Порошенко. Пластивцы, масло растительное, чай семерка самый дешевый, сахар. Макароны, выруби. Так, вот бумажки, значит, телефоны. Вот наш герой. Ну, вот еще бумажка. Пожалуйста. О, боксер. Одного мало в Киеве. Пожалуйста, солидарность, блок Петра Алексеевича Порошенко. Так, мука, рис и сгущенка. Гречку в этот раз не дали. В общем, Маппет-шоу продолжается. Такое впечатление, что нам это будут приносить каждый день, когда мы выберем этого товарища. Обидно, как считали нас быдлом, так и считают. Не далее, чем вчера, у меня же на канале было видео, где представители блока Петра Порошенко подкупают людей кашей вареной. И люди стоят в очереди. Так вот, это все кремлевская пропаганда. Не верь этому. Это все колорадская ерунда. Не верь, дружище. Тебя уважают, любят, даже немного боятся.